В Югорске открыли новый арт-объект. На площади около городского музея установили эсский перстень. Скульптурная композиция появилась благодаря победе проекта в конкурсе на грант губернатора Югры. Эсский перстень – уникальный экспонат с более чем пятивековой историей. Он был найден недалеко от Югорска и представлен в экспозиции городского музея. На печатке перстня изображены две человеческие фигуры с опущенными вниз саблями около хвойного дерева. У правой фигуры в руке изображен предмет, в котором угадывается чаша либо рог для питья. Экспонат, по словам исследователей, является свидетельством того, что территория, где находится Югорск, первая за Уралом, попала под влияние российского государства. Причем еще за 100 лет до официального присоединения Сибири. Скульптура на Примузейной площади создана на основе этого уникального экспоната. Реплика перстня выполнена из бронзы и установлена на каменном постаменте. Общий вес композиции около 1 тонны. Я надеюсь, что югорчане оценят новый арт-объект и на основе реальной истории эсского перстня создадут городские легенды и приметы, которые сделают наш город еще привлекательнее для туристов и, конечно, интересным самим жителям города.